В заключение давайте еще раз обсудим два основных ингредиента жадных алгоритмов, которые мы уже на самом деле проиллюстрировали на четырех несложных задачах. Первый и, по-видимому, самый важный ингредиент – это так называемый надежный шаг. Заключается он в том, что на каждом шаге мы пытаемся сделать какой-то локально оптимальный выбор, и чтобы доказать его надежность, мы доказываем, что этот выбор согласован хотя бы с одним оптимальным решением. Другими словами, ну, например, для исходной задачи мы показывали, что если взять, что всегда существует решение, которое содержит вот отрезок, левый конец которого совпадает с самой левой точкой. Значит, просто этот отрезок можно сразу взять в решение и продолжить решать оставшуюся задачу. Ну или в задаче о выборе заявок мы говорили, что можно сразу взять в решение отрезок, правый конец которого минимален, потому что мы можем доказать, что существует такое оптимальное решение, которое содержит такой отрезок. И доказывали мы это следующим образом. Мы говорили, можно взять какое-то оптимальное решение и преобразовать его такой небольшой локальной трансформацией к такому, которое содержит этот отрезок. Мы также привели пример естественного жадного шага, который не является надежным в нашей терминологии. Давайте я напомню. Вот в задаче о выборе заявок мы хотели максимизировать количество отрезков, которые друг с другом не пересекаются. И мы рассмотрели вот такой вот пример. Вот, предположим, даны три такие отрезка, и мы из них хотим выбрать как можно больше, которые друг с другом не пересекаются. Ну, понятно, что надо брать первый и третий. Однако, поскольку мы там максимизируем количество не пересекающихся друг с другом, есть соблазн взять просто сразу самую короткую. Ну вот, самую короткую заявку, то есть самый короткий отрезок. Но вот это не является надежным шагом. Вот в данном конкретном примере взятие вот этого отрезка сразу в решение приводит к тому, что мы больше не сможем взять никакой другой отрезок. То есть не существует оптимального решения, которое содержит вот этот отрезок. Если этот отрезок взят, то все, больше взять ничего нельзя, и решение размера 1 получается. А оптимальное решение имеет размер 2. Соответственно, взятие самого короткого отрезка не является надежным шагом. Так, это про надежный шаг. Теперь про оптимальность подзадач. Это то, чем мы в наших задачах уже пользовались, но, скажем так, неявно, не слишком акцентируя на этом внимание. Это свойство заключается в том, что после того, как мы сделали вот этот локальный надежный шаг, то есть взяли какой-то отрезок там, или взяли все листья в дереве, или положили в рюкзак какой-то предмет, то оставшаяся задача, она на самом деле имеет тот же тип, и ее тоже надо решать оптимально. Например, после того, как мы нашли среди наших предметов предмет с самой дорогой стоимостью за килограмм, мы его должны положить в рюкзак. После этого мы просто можем считать, что вместимость нашего рюкзака уменьшилась вот на вес этого предмета. И очевидно, что нам надо продолжить заполнять наш рюкзак тоже оптимальным образом, используя оставшиеся предметы. Или в ситуации с максимальным независимым множеством, мы догадались, что сразу в решение можно взять все листья, и сказали, ну хорошо, давайте тогда их возьмем, а их родителей всех выкинем. То, что у нас останется, это дерево. И в этом дереве, конечно же, тоже надо находить оптимальное, то есть максимальное по размеру независимое множество. Вот такие два основных ингредиента. В следующей лекции мы уже увидим не такое простое применение жадной стратегии. Мы будем строить коды Хафмана.